Но уровень вроде как не меняется. Что-то знакомое. А, и все-таки меняется. Ля, уровень меняется, походу. Я успею! Я успею! Ну нет. Чпоинг. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваш Дакстер, и добро пожаловать в очередной инди-хорец, который называется The Red Hood, и приводится как Красный Капот. А на самой превьюшке к данной игре изображен вот этот непонятный какой-то хрен, который сейчас стоит в тумане и пялит на нас, но как связан капот и непонятная то ли лама, то ли альпака, я не знаю, который выглядит как человек, я, если честно, не в курсе, и надеюсь, что мы с тобой сегодня это и узнаем. Также в менюшке ты мог уже заметить, что у нас играет такая неплохая, необычная музяка, это 100% не английский язык. Это то ли французский, то ли что-то такое. Но, короче, у нас есть лес, у нас есть фонари, какая-то рука торчащая и кнопочка старт, на которую мы нажимаем, чтобы начать пугаться. Надеюсь, что сегодня реально словим с вами несколько скримачков, потому что... Просто потому что хочу. Окей, беги, никогда не останавливайся, выбери верный путь, чтобы избежать странных серийных убийц в лесу. Если ты умрешь, ты начнешь игру с начала. Удачи, тебе она пригодится. Спасибо большое. Как бы бегать мы с тобой любим, особенно по лесу, особенно ночью, особенно от маньяков. Это просто наше любимое дело. Беги, ни хрена себя пощемил. Беги, короче, несмотря ни на что. Ну конечно. Блин, звездец, мы играем за какую-то. Да ладно, мы что ли за красную шапочку играем? Подожди, для меня только что дошло. Мы, ну, как ты можешь видеть, по росту реально просто мелкий какой-то непонятный ребенок. У нас есть горшочек, я погнал налево. Хотя на самом деле надо было направо лучше. Бляха! Звездец я не угадал. И звездец здесь громко было. Короче, плейген. Я играю с тобой за красную шапочку, походу. Именно поэтому Red Hood это не капот, а типа, ну, шляпа. Наверное, надо было Red Hat лучше сделать. Но, типа, не знаю. Так, мы бежим сюда. Пока что у нас нет альтернативы, то есть мы добегаем до определенной развилки, и там уже видим выбор. Но пока что я щемлю, конечно, нормально так. Интересно, а у этой игры вообще есть финал? Что написано? Дай. Я погнал сюда. Хорошо. А уровни каждый раз будут меняться или нет? Потому что вначале я побежал направо, и я выжил. Давай пока всегда фигачить направо. Направо. Не угадал. Я могу еще и разворачивать. Красный туман идет, ты видел? Охренеть, то есть у меня есть возможность вернуться назад. У меня настолько жесткая стамина, что я здесь вообще не устаю. И могу реально фигачить только в путь. Слушай, нормально, то есть право-лево. Хорошо, запоминаем, право-лево. Ух, обосраться, ух, обос... налево побежим. Нет. Так это что, чисто рандом? Чисто рандом игра? Ну, слушай, получается, сегодня у нас мы с тобой проверяем, как бы, нашу удачливость и то, насколько верным или неверным окажется путь, который мы выберем. Хорошо, вначале нужно было направо, потом налево, а потом там вообще рандом. Но уровень вроде как не меняется. Что-то знакомое. А, и все-таки меняется. Ля, уровень меняется, походу. Звездец. Или это был какой-то чекпоинт? Причем я, конечно, очень сильно сомневаюсь. Скорее всего, нет. То есть, сзади нас подпирает туман, а здесь какие-то непонятные челики стоят с топорами. Ну, обосраться. Обосраться. Я успею! Я успею! Нет! Ты понял, да? Прям чисто миллиметр оставался, но туман нас все-таки сожрал. Ну, камон, типа... Задумка-то, конечно, офигенная у данного хоррора, но... Насколько быстро нам с тобой это надоест? И, блин, было бы... Что за свет? Было бы реально прикольно, если бы здесь были бы какие-нибудь, знаешь, там, чекпоинты или что-то такое. И каждый раз, не знаю, конечно, сюжет здесь сложно какой-то придумать. Хотя, блин, камон, если это красная шапочка, которая щемит... Обосраться. Этот звук, конечно, очень громкий. Да, и типа это волк. Это маньяк в маске волка. Непонятно, правда, почему у него белая башка. Но все равно. Блин, скорее всего, придется очень... Скажем так, потише делать звук, когда они нас атакуют. Ну, посмотрим. Потому что у меня это реально прям максимально громко. Ну окей, смотри, то есть здесь на самом-то деле задумка очень прикольная. У нас есть лес, у нас есть разные пути. Но... Вот куда? Налево. Ну обосраться, ну я опять ничего не угадал. Ну почему? Вот сейчас уровень был такой же. Я снова побежал налево и снова обломался. Давай побежим направо. Но если сейчас уровень опять поменяется, это будет как бы ГГшечка. Вот, сейчас у нас выбора нет. Сейчас мы бежим просто налево. Блин, а в этой игре есть какие-нибудь читы? Можно мне, пожалуйста, читы подрубить, чтобы я знал, куда бежать?
там какие-нибудь птички, вороны мне подсказочки давали. Вот, смотри, туда не надо, надо сюда, направо. Хорошо. Запомнили. Вначале направо. Вообще, по статистике, да, и всякие вот эти вот поговорки, там налево не ходи, все такое, они же не просто так. Опять направо пойду. Вот сейчас ошибка. А я успел. Вот это сейчас хорошо было, нормально. Но я потерял время, и, скорее всего, на второй такой маневр у меня уже попытки не будет. Ну ничего. Посмотрим, посмотрим сейчас. Очень сильно не хватает каких-нибудь чекпоинтов. Я понимаю, что... Давай прям побежим. Просто побежим прямо, на уверенность. Ой, хорошо, прямо и надо было. Нормас. Когда видим тройную развилку, бежим прямо. А теперь направо. А, что? Я запутался. Секунду. Вот сейчас направо. Ну нет, ну нет. Твою ж мать. Надо было налево. Вообще, никакого шанса нам даже не оставляет. Хорошо, погнали еще раз. На самом деле, я впервые вижу такой хоррор, когда ты просто... Это типа, знаешь, симулятор сабвей-серфера, но только как бы в такой хоррор-тематике, хоррор-стилистике. Потому что здесь у меня даже вопрос как бы задается, а эту игру вообще возможно пройти? Или здесь уровни будут бесконечно генерироваться? Ну, блин, по логике, эта игра должна быть проходима. Вот, смотри, сейчас опять нормально угадали, потому что уровень не поменялся. Если сейчас мы прибежим к тройной развилке, то все будет как бы максимально логично. А, нет. Налево вроде как. Да, налево. Мы с тобой еще в прошлый раз здесь как раз-таки запутались. И из-за того, что мы очень быстро и смогли обхитрить туман. А вот сейчас будет тройная развилка. Да, мы бежим прямо. Смотри, то есть получается, что здесь все-таки как бы уровни меняются. Насколько я понял. Потому что изначально то, что мы с тобой бегали там первые... Ой-ой-ой-ой-ой, налево? Сейчас снова налево. Хорошо. После развилки... Обосраться, что так много путей-то? Так, ну вроде пока живы. Хорошо. Пока что рекорд, просто мировой рекорд ставим с тобой. Нифига себе. Нет. Сейчас не понял. А, понял. Это конец. Мы с тобой прошли игру. Спасибо за твое время. Концовочка. То бишь, данная игра нас с тобой реально заскамила. Мы с тобой такие пытались, потели, значит, трайхардили через этот лес, фигачили для того, чтобы выжить. А по факту нам говорят, что в любом случае, независимо от того, какой ты выберешь путь, тебя все равно настигнет волчок и укусит за бочок с помощью топора. Тем не менее, вот такая вот коротенькая, но неплохая, не лагающая и, главное, работающая игрушка у нас с тобой сегодня была. Если тебе понравилось данное видео, то можешь поставить ему палец вверх. Также не забывай подписываться на канал, нажимать на колокольчик и включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. Ну а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока.